СМС не по адресу дошло до надзорных органов. Татарстанская антимонопольная служба возбудила дела в отношении сотовых операторов. Связистов обвиняют в массовой рассылке рекламных сообщений абонентам, в основном о банковских услугах. Подобные действия возможны лишь с согласия клиентов. Оно получено не было. Поводом для разбирательства послужили жалобы татарстанцев, уставших от назойливого маркетинга.